Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о согласовании принципа «всех на всех» при обмене с Азербайджаном пленными в зоне Нагорно-Карабахского конфликта, пишет РИА Новости. Важнейшая задача – возвращение пленных. Хочу сказать, что здесь есть определенный прогресс. По сути, согласован принцип обмена всех на всех, сказал Пашинян в телеобращении к соотечественникам. По его словам, речь идет как о тех, кто попал в плен во время последних боевых действий в Карабахе, так и до этого. Он добавил, что необходимо также разработать механизмы возвращения пленных, данные о которых могут появиться в будущем.